Пешеход чудом уцелел после столкновения двух легковушек на перекрестке. Редкое везение попало в объектив камеры уличного наблюдения. Перекресток проспекта Победы и улицы Чичерина. После столкновения одну из машин разворачивает, и она по инерции летит прямо через пешеходный переход. Неуправляемый автомобиль только чудом не сбил челябинца. Пешеход не пострадал. Все детали происшествия выясняют сотрудники ГАИ.